Здравствуйте, уважаемые друзья, гости, подписчики моего канала. Сейчас опять же прозвучит песня такой тематики. Зимняя эпопея опять называется «Эпизод зимы». Итак, дебют. Полетели, мои дорогие. Слушай. Мороз усугублял мои интересы на природе, когда очередной снимал я репортаж. Аккумулятор от мороза видно только на исходе. Рассвет морозный проявлялся как мираж. Морозом и шиповник на рассвете красовался. И от мороза серебрилось все вокруг. А я зимой решил сегодня ненадолго прогуляться. Решил я поснимать и скрасить свой досуг. На ветвях заметно красовался и а в лазурном небе силуэт луны восхищало утро и рассвет красивый. Вот такой бывает эпизод зимы. На ветвях заметно красовался и опа, в лазурном небе силуэт луны восхищало утро и рассвет красивый. Вот такой бывает эпизод зимы. Оставшая береза ветви наклонила молчаливо, лишь ее ветви ветер изредка трепал, не замечая, что она зимой особенно красива. И только синие морозы созерцал. На снегу покрывали след, остался интересно чей-то. Видать, какой-то зверь с рассветом пробегал. А день морозный распластался потихоньку незаметно. Так я досуг свой на природе скоротал. Вот так. На ветвях заметно красовался иней, в лазурном небе силуэт луны восхищало утро и рассвет красивый. Вот такой бывает эпизод зимы. На ветвях заметно красовался иней, в лазурном небе силуэт луны восхищало утро и рассвет красивый. Вот такой бывает эпизод зимы. Восхищало утро и рассвет красивый. Вот такой бывает эпизод зимы. Thank you.